Привет! Привет, я на канале Котёк. Я сегодня буду открывать Wet Pets. Да, вы на канале в гостях у Алисы и Егора. И Алиса сегодня будет распаковывать новую игрушку из серии Wet Pets. Да, который... киска. Киска, мне кажется, это или лисичка, или собачка. Ну ладно, пускай будет киска. Короче, очень важная персона Pets, да? Давай посмотрим. Ее зовут тут написано, ее зовут Леди Жижи. Да? Да, вот она сижу. Какая красивая. Тут такая красивая прическа розовая, лисичка. Да? Там... Это лисичка. И что-то там есть, мы сейчас откроем, посмотрим. Давай посмотрим. Вот тут в наборе нарисовано, что их должно быть 6 подружек или сестер, да? Эту зовут, вот которую мы будем распаковывать, Леди Жижи. А еще там есть Ситни, Гвен, Эйприл, Жульет и Ли. А у нас будет Леди Жижи, да? I love Wet Pets называется. I love Wet Pets. Вот с этой стороны Алисочка открывает у нас, да? Я сейчас тяну. Да, давай. Давай я тебе... Эй, ты сама? Да. Так, и вверх поднимай. Да. Так. Молодец. Вытаскивай. Не вылазит? Не получается? Давай, я попробую. А кто у тебя? Там еще одна игрушка какая-то стоит. Это Лейла. Лейла? Вот да, коробочка у нас. Такая вот какая коробочка получилась, да? Ну-ка, сама достанешь, покажи нам. Покажи нам, что тут есть. Тут есть вот такая красивая, да? Наша Pets Леди Жижи. Головка такая. А, вот она есть и тело маленькое, да? Тут такая красивая причесочка, расческа. И там еще какие-то заколочки, да? Да. Давай я вот здесь вот отлеплю. Да. Я буду сама доставать. Да, и ты будешь сама доставать. Сейчас я быстренько. А ты пока расскажи, что у тебя там еще за игрушка. Никто нет. Не, у тебя вот еще игрушка стоит, смотри. Расскажи ребяткам, что это за игрушка. Лейла. Лейла? Да. Да? А что это за игрушка такая, Лейла? Она светится в темноте. Она светится в темноте? Да. Когда я сплю. Когда ты спишь? Да. Угу. Да, еще. Когда мы этот закончим ролик снять, а потом мы будем еще снимать Китиный ролик. Еще Китин ролик? Да. А потом для мальчика. Для мальчика? Да. Так, что у нас тут еще? Вот эту тут сейчас надо отрезать. Да, а? Я вот сама доставать. Алиса будет сама доставать. Да, как? Да? Да. Дай, дай. Да, сейчас у тебя там будешь сама доставать. Держи, распаковывай ее. Потом дальше. Да, резиночки. На резиночки? Да. Давай резиночку сейчас. Разрезаем. Так, везде резиночка, да? Да. Что, не получается, Алиса? Сейчас получится. Получится? Да. Так, вот смотри, я тебе одну распаковал, держи ее. Самый я тебе любимый. Сейчас след. Ой, крутится голова. Голова крутится, да? Да. Сейчас смотрите, что. Волосы. Какие длинные волосы? Да. Держи, вот это вот что еще? Расческа? Да, будет расчесывать. Расчесывать? Ты покажи ребяткам, что это такое, как игрушка это... выглядит. Так, все это вот мы распаковали. Опять резиночка. А, не нужно? Опять резиночка на волосах. Да? Да. Вот смотри, тут вот смотрите, вот тут еще всякие разные. Покажи, Алиса. Разные там заколочки это или что? Это мишка. Да? Вот такая вот у нас получилась, да? Мишка. Красивая. Wet Pets, который зовут Леди Жижи. Какие красивые волосики у нее розовенькие, да? И глазки у нее зеленые. И лошишка. Вот такая вот она красивая. И прям у нее вот ожерелье такое, да? Красивые ушки. Ой. Упала Лейла. Их тебе поднять. Давай, подними. А где ее подставочка? Подставочка там упала где-то. Ну ладно, положи ее пока, потом найдем. А, вот она, подставочка. Да.
нашел, пап? Ты же показываешь сейчас свою другую игрушку. Это у тебя просто стояла. Ты ее не захотела убирать, да? Какую? Ну-ка покажи. Там еще заколочки и резиночки. Какие лежали в наборе? Алисе уже не терпится прическу делать, да? Покажи еще ребяткам, какие там заколочки и резиночки были, чтобы прическу делать. Кишки? Нет, вот. Посчитай, сколько их там. Сколько заколочек? Резиночек сколько? 1, 2. А какого они цвета? Blue и purple. Blue и purple, да? Это фиолетовый и... white. White-то где ты увидела? Вот. А это что-то непонятное. Это зайчик же кот. Зайчик? А для чего? А, это, наверное, в ушки вставляется, да? Да. Да? Нет, там нет дырочек. Нет, а я что-то вот увидел дырочки. Это сережки. Да, сережки. Сережки. Да. Давай посмотрим. Ну-ка, сережки. Давай, поддавай мне их сюда. Я вот понял, куда они вставляются. Это будут сережки. Нет, вон те вот, где зайчики. Да, смотри, вот у нее дырочки. Сережки. И сюда вставляем сережки. Да, раз, сережки. Вот какая сережка. И следующую сережку. Давай быстрее. Вот она. Вот так вот вставляем. Сережки тоже. Ой, здорово. Держи. Ой, красивые, да, какие получились? Сережки тоже. Ну, ты можешь оторвать. Алиса, ты сейчас оторвешь. Давай, я вытащу, и ты сама вставишь. Давай. А ты пока там посмотри, что это. Покажи, что там еще было. Я расчесываю Лейлу. Ты расчесываешь Лейлу? Да. Ой, тут упало. Да, вот, на, твоя леди жизнь. И вот твои сережки вставляй. Что она у тебя падает? Ты ее тогда не трогай, потому что ты же показываешь другую игрушку. Пускай она стоит. Ну-ка давай, одень нам сережки, покажи. Какие там сережки? Зайчики вот. Зайчики, как они одеваются? Покажи. Там дырочки такие есть специальные, да? Есть, да? Покажи дырочки специальные. Покажи, поверни там... сюда. И там нижний и верхний. Да, нижний и верхний. Ты в какие вставлять будешь? Верхний или в нижний? Верхний. Верхний, давай, вставляй и покажешь. Так, дави, дави в дырочку. Да, так. Дави. О, молодец. И другую с другой стороны, да? Так. Так. Здорово получается, да? Ой. Получается? Вот, Алиса сейчас сережки сделала свои новые игрушки, да? Ой, какая красота получилась. Ну-ка, покажи нам. Покажи нам. Нет, вот так вот. С одной стороны и с другой стороны сережку. Вторую сережку тоже покажи. Ой, красота какая. А теперь, Алиса, теперь надо, наверное, заколочки. Там 3 заколочки есть белые, да, и резиночки одеть. Давай, причеши ее. Опять резиночки. Опять резиночки, да. Куда ты будешь резиночки одевать? Ну-ка подумай. Алиса расчесывает волосики у своей новой игрушки, да? У леди Жижи. Леди Жижи, да? Леди Жижи падает. Леди Жижи падает. Да. Ну давай, заколочки прицепим. Да, и резиночки. Покажи, куда ты хочешь заколочки. Я хочу сначала... На ушки? Может, на ушки резиночки сделать? О, красивые ушки будут, да? Одно ушко будет фиолетовое, а другое голубое. О, прикол получился, да? Они цепляют же на волосы. Да понятно, на волосы. Это папа просто пошутил, а Алиса взяла и прицепила на самом деле. А куда ты на волосы будешь цеплять? Ну-ка покажи. Вот такие розовые. Вот такие розовые? Ну да. Давай. А розовый цвет как по-английски будет? Pink. Pink. Молодец. Как мама надо делать? Быстро-быстрее. Быстро-быстрее, как мама Алисе заплетает. Быстро-быстрее. Но мама-то умеет заплетать Алису. А Алиса что-то наделала. Ой, какую ты прическу сделала. Это что-то такое страшное, ужасное, да? Называется «Я упала с сеновала». Да? Давай, снимай резиночку, причеши ее и лучше заколочки одень тогда. Потому что что-то у тебя резиночки не получаются, да? Не получается. Не получается? Получается. Получается? Ну ладно, давай одевай. Как ты сделаешь, так и будет она украшена, да? Алиса у нас стилистом сегодня будет, да? Да? Волосы. Так. Супер прическа, да?
Колеси скоро в очередь будут записываться, чтобы такие прически модные делать, да? Да? А у Алисы какая прическа? Покажи. Ну-ка покажи нам прическу. Вот какой у Алисы хвостик замечательный, да? У тебя ушки. Ушки. О, правильно, на ушках будет легче. Да. А туда на волосики заколочку. О, какие волосики пышные. Алиса причесала, и пышные волосики у леди Жижи получились, да? Что там такая неустойчивая, у нее голова в несколько раз больше, чем туловище, да? И голова перемешивает, она никак стоять не может. Запинается через свои волосы, да? Ну а заколочки будешь одевать? Да. Давай, все, резин. Так, серьги мы, сережки мы подвешали. Три. Три, да? Сережки повешали, резиночки на ушки повешали. Красота какая. Давай поставим вот так вот. Точно падает. Вот так вот. Вот так не падает. Ну-ка давай куда, Алиса? Сейчас причешешь, да, волосики? И куда ты заколочки будешь цеплять? Ну пускай пока лежит, ты и так заколочки прицепи. Потому что у нее голова сильно большая. Перевешивает ее, да? Игрушка такая прикольная. Да, аж Алисе смешно стало, да? Ну, Алиса смеется и смеется, что голова такая перевешивает, да? Давай я тебе помогу открыть. Нет, я сама умею. Умеешь? Сейчас. Так мне кажется, тебе помочь надо. Давай я тебе помогу, открою. Нет. Нет? Сама? Сейчас сделаю сама. Да мне кажется, у тебя не получится. Получилось! Получилось? Да, но только сломалось. Только сломалось? Да. Давай сделаем. Да. Да. Вот давай, вот давай вот эти мне, я еще тоже открою, а ты тут цепляй. Нет, девочки. Все, молодец, давай теперь. Получилось. Заколочки цепляй. Я хочу побольше делать заколку. А там побольше, там их всего три штучки. Я думаю, это будет побольше, очень прикольно. Так, сколько тут? Шесть их всего было, да? Сейчас будет, наверное, побольше, может, цветно. Ну давай, посмотрим, как Алиса. Алиса стилист, да, сегодня у нас? Ой, аж самой смешно, Алисе, как она прикольно делает, да? А заколочки там кто? Мишки, да? Да, мишки. Мишки. А серьги? Зайчики? Да, зайчики. Зайчики. Да, для сережек. Да, да, для сережек. Ой. Никак не получается? Давай чуть-чуть изменим. Давай чуть-чуть. Да. Так. Молодец. Получается? Вот все, по-моему, ты уже сделала, да? Да, все зацепила. Вторую. Вторую. Все будет так. Да. Огромные. Здорово. Сейчас будет огромная заколочка. Огромная заколочка? Ну, они все маленькие. Давай, куда ты придумаешь еще эту заколочку? Ну-ка. На этой его уже побольше. Давай, побольше сделай. Да. Да. Так я пойду, забегала побольше. Да? Да. Ну, давай, украшай. Ой. Тебе понравилась твоя новая игрушка? Да. Леди Жижи. Сейчас. Випец. Какая-то очень важная персона, Пэтс, да? Девочка. Девочка? Да, кишка такая. Кишка, да? Да, мяу-мяу-мяу. Ну, мне кажется, вот что это собачка. Алиса говорит, киска или на лисичку больше похожа. Ну, ладно. Кто как назовет. Алиса назвала, что это киска, да? Да. И будет, пусть киска будет мурмяу. Да, пусть будет киска мурмяу. Ну, все, Алиса сделала прическу. Показывай нам со всех сторон, какую Алиса прическу сделала. Ну-ка, вот, повыше чуть подыми. Так. И теперь поверни другой стороной. Другой стороной, чтобы все видели, как прическа сзади выглядит. Поверни сзади. Где заколочки? А то заколочек не видно. Вот, Алиса вот здесь вот сделала заколочки, прям на самые кончики. Это новый стиль такой, да? Мода такая новая. Давай вас покажем, да? Вот, это новый такой стиль. Алиса сделала, что на кончиках волосиков, на кончиках волос, да, заколочки. А наши резиночки на ушках, это тоже такой писк моды в этом году, да? Мода 2016, да? И сережки такие красивенькие, да, Алиса? Ну что, понравилась тебе игрушка, да? Да. Всем говорим пока-пока. Вы были на канале в гостях у Алисы и Егора. И вам дали сердечко с цифрой 3. Алиса дарит вам сердечко и цифру 3.
Подписывайтесь на канал в гостях у Алисы Егора. Ставьте лайки. И подпишитесь на наш канал. Да, и оставляйте комментарии. Комментарии. А что в комментариях-то надо писать? Расскажи, Алиса. Игрушки. Про игрушки тоже про свои напишите в комментариях, да? Да, и наш. Да. И напишите, понравилась ли вам новая игрушка Алисина, да? Да. Ну все, всем пока-пока. Я хочу уже кичи.